Сьогодні в програмі Міжнародний день боротьби з меланомою. Що рекомендують лікарі, аби ви ніколи не потрапили до тривалого переліку захворілих? Чому українці так нехтують своїм здоров'ям і які об'єктивні фактори скорочення терміну середньої тривалості життя наших співвітчизників? Меланома є досить підступним захворюванням, і боротися з нею фактично можливо лише шляхом профілактики. З нагоди Всеукраїнського дня боротьби з меланомою пропонуємо коментарі найдосвідченіших лікарів-онкологів обласного профільного диспансеру. Проблема онкології і проблема сьогодні меланоми – це одна і та ж проблема, або звенья одної цепи. Меланома – це самая злая форма новообразований, яка существует в онкології. Несмотря на то, что уровень заболеваемости этим заболеванием не так высокий, ну, скажем, у нас в области 5,8 на 100 тысяч населения. Это где-то 58-60 человек в год. Много это ли много? Конечно, это по сравнению, скажем, с раком молочной железы, раком желудка, легких. Это незначительный процесс, незначительный процент. Но, однако, уровень этого заболевания, он приносит очень большой урон по смертности от этого заболевания. Слишком большое и частое метастазирование этого заболевания. Что такое меланома? Меланома – это заболевание кожи в основном, где есть меланоциты, вот, которые продуцируют меланоматозный пигмент. Почему, скажем, у негров очень мало меланомы? Потому что у них пигмент защищает меланоциты. Вот, поэтому у них, у европейцев, значительно выше процент, в десятки раз выше процент заболеваемости этим заболеванием. И самое главное, я уже сказал, что уровень метастазирования этого заболевания очень высокий. Метастазирует головной мозг, легкие, печень, куда только можно, в любые органы, очень быстро. И приносит ущерб населению. И что самое главное, что вовремя пролеченное или, скажем, предупреждение возникновения, перерождения любого образования на коже может привести к стопроцентному излечению. Вот, скажем, у нас нечем похвастаться, к сожалению, в Украине. А вот если взять Америку, там в 99 году смертность в первый год жизни была около 49%. Сегодня практически 8% в первый год жизни. Почему? Потому что рано выявляют, рано предупреждают. Или предупреждают, выявляют и предупреждают, или выявляют уже как злокачественное образование и тоже удаляют и так далее, и так далее. Потому что другие методы лечения, кроме как хирургическое удаление этого образования, малоэффективны. Ни химиотерапия, ни иммунотерапия, ни лучевая терапия на это образование практически не влияет. Поэтому актуально сегодня говорить о раннем выявлении этого заболевания, потому что все это, как ни другая опухоль, это все на глазах. Любой человек может оценить изменения сегодня того образования, к которому он уже, может быть, привык, которое есть у него в детстве, с детства, или появилось несколько позже. Эти разные папилломы, бородавки, которые очень часто сегодня даже перевязывают, скажем, ниткой в основание и возбуждают возникновение этого заболевания. Поэтому мы и говорим, что это заболевание легко предупредить, но тяжело с ним бороться. Практически невозможно. Существуют элементарные меры профилактики данного заболевания. Прежде всего, какие? Мы должны помнить о том, что если появились какие-то коричневые пятна или есть у людей, надо, конечно, прежде всего обратиться к врачам, для того, чтобы они посмотрели, оценили эти пятна коричневые, так называемые невости, и взяли на диспансерный учет. Это первый аспект. То есть все у нас больные
все, точнее, все население, у которого имеются пигментные пятна, они могут обращаться к докторам, они обязаны их зарегистрировать и проводить ежегодно два раза осмотр этих неусов. Если возникают какие-нибудь сомнения, они посылают в специализированное лечебное учреждение, в частности, в областной онкологический диспансер. Это первое. Второй путь профилактики возникновения меланомы – это, конечно же, меланомы возникают при достаточно долгом, сильном ультрафиолетовом облучении. Ультрафиолетовое облучение может быть естественное, это за счет солнечных лучей, и второе – искусственное. Поэтому профилактика – это нельзя долго находиться на прямых солнечных лучах. Это первое. Особенно это касается детей. Поэтому, если кто-то едет отдыхать в теплые, жаркие страны, то желательно детей оставлять дома. Если все-таки обстоятельства складываются таким образом, что вынуждены ехать с детьми, пожалуйста, молодые мамы, папы, не оставляйте без присмотра детей. Дети это не понимают, они долго играют на солнышке, возникают ожоги кожи, и потихоньку идет процесс накопления, изменения этих клеток, и со временем на фоне существующих пигментных неусов, или как называют в народе родинок, возникают злокачественные опухолевые процессы. Второй аспект – это время загара. С 11 до 15 часов мы категорически не рекомендуем находиться на солнце, потому что это пик солнечной активности, наиболее агрессивные ультрафиолетовые лучи. И это приводит к тому, что опять же те же повреждаются кожные покровы, меланоциты повреждаются, и потихоньку происходит процесс трансформации, превращения в злокачественные раковые клетки. Следующий путь профилактики меланомы. Ни в коем случае нельзя родинки заклеивать лейкопластырем, потому что под лейкопластырем происходит травматизация родинки, и они перерождаются. Аналогичным образом, если же невусы находятся в травмонебезопасных местах, надо обращаться к докторам, чтобы они направляли, оценивали, направляли к нам, и мы производили удаление этих опухолей. Если часто приходится быть на открытых солнечных лучах, надо носить широкополые шляпы, пользоваться солнцезащитными очками. Почему? Потому что часто бывает меланома на радужной оболочке глаз. Таким образом, солнцезащитные очки – это не только дань моды, но и профилактика возникновения меланом. Особый, конечно, случай, я часто не могу понять, почему наши там, мужчины или девушки носят солнцезащитные очки в помещении. Это здесь уже, конечно, дань моды, а на открытых солнечных лучах это действительно профилактика меланомы. Как правило, надо носить одежду летом из натуральных тканей, чтобы тоже меньше вызывать травматизацию кожных покровов и родинок. Следующий путь профилактики – ни в коем случае до 18 лет желательно, чтобы дети не посещали солярий. В ряде европейских стран запрещено на законодательном уровне посещение соляриев, потому что проведены научные исследования, это статистически достоверно установлено, что те лица, которые посещают часто солярии, у них наиболее несколько раз выше уровень и риск возникновения злокачественных опухолей кожи и в том числе меланомы. И особенно хотел бы обратить внимание, что если есть какие-то образования на коже, лучше обратиться к профессиональным врачам, в частности, специалистам к онкологам, онкологический диспансер или тем специалистам, которые прошли специальную медицинскую подготовку, имеют диплом врача, обучены правильно диагностировать, потому что в косметологических кабинетах часто работают не доктора, а косметологи, которые поверхностно знают эти вопросы, и приводят к тому, что если не к профессионалу обращаешься, возникает перерождение злокачественной опухоли. Чтобы мы могли понять актуальность этой проблемы, допустим, вот в Украине с 80-х годов до сегодняшнего времени уровень заболеваемости меланомы увеличился в 3 раза. За эти годы. Если там 1100-1200 случаев регистрировалось по Украине, у нас на сегодняшний день 3200 человек ежегодно заболевает этой болезнью. Солнцезащитные крема, которые наносятся на кожу, тоже не предотвращают перерождению родинок меланомы. Ультрафиолет проникает через них, накапливаются меланоциты, и меланоциты со временем тоже перерождаются. Поэтому вроде бы такие элементарные простые вещи, которые
позволяют предотвратить перерождение родинки в злокачественную опухоль меланомы. У многих наших жителей, ну, у наших телезрителей неверно сложилось мнение о том, что нельзя трогать родинку. Как говорят в поверью, тронешь родинку, кто-то тронул, и человек умирает. Не в этом суть проблемы. Просто на момент обращения за медицинской помощью, когда удаляли эти родинки, уже была злокачественная опухоль меланомы. И, как правило, она не первично локализованная, а распространенная. То есть, наоборот, человек вовремя не обратился, не произвели удаление этой опухоли, и она переродилась. После оперативных вмешательств или путем использования скальпеля, или путем использования электрохирургических компонентов, аппаратов, или использования лазера, может остаться небольшой рубчик. Но даже если, пускай грубый рубчик, но тем не менее человек с этим рубчиком, может, рубцом, может жить всю жизнь. А как бывает, что родился, бабушка сказала, это тебе родимое пятно на счастье, ни в коем разе не трогай, и потом оно перерождается в злокачественную опухоль. Имеет значение суммарная площадь всех этих родинок. Как правило, если родинки больше 6 мм, это один из предвестников меланомы. Но бывает, опухоль возникает и из родинок менее 1 мм. Если большая площадь меланом, риск возникновения меланом довольно высок. Это тоже надо помнить об этом. Ну и говорю, что еще маленькое родимое пятнышко, это тоже тот сигнал, о котором должны наши люди помнить. Как правильно поступать и что делать в такой ситуации, когда вот мы видим это? Какие признаки перерождения доброкачественной родинки в меланому? Прежде всего, это если появляется шелушение, покраснение, потертости, кровоточивость, обращайтесь к докторам. Если изменился цвет родинки, как правило, он светло-коричневый, коричневый. Если появляется изменение цвета родинки, тоже немедленно надо обратиться к доктору. Если появляется асимметрия в родинке, тоже надо обращаться к доктору. Если появилась зазубренность краев, тоже обязательно надо обратиться к родинке. И самое главное, если те родинки, которые находятся на тех местах, которые постоянно травмируются, надо подойти и обязательно обратиться. И поэтому я еще раз обращаюсь к нашим телезрителям, что врачи обязаны взять таких пациентов на диспансерный учет и дать рекомендации или вести наблюдение, или направить к нам для того, чтобы произвести своевременное удаление этого процесса. Проблема нашей страны заключается в том, что создано много хороших законов за с 91 года, как мы обрели независимость, но они, к сожалению, не работают, в том числе и медицина. Есть 728 приказ от 10 года про диспансеризацию населения Украины, согласно которому должен быть создан в каждом регионе, на каждом участке медицинский паспорт населения. Понимаете, есть 192 приказ, который по диспансеризации больных с предраковыми заболеваниями. Поэтому врачи обязаны взять таких больных на учет, дать четкие рекомендации и советы, как поступить. Ну а даже не право пациента, а обязанность пациента, согласно закону о здоровье населения Украины, он обязан, каждый из нас, заботиться о своем здоровье и обращаться своевременно за медицинской помощью. Я хотел бы обратить в связи с тем, что мы уже вступаем на европейский путь, будем так говорить, что в Европе все возложено на страховую медицину. И поэтому страховая медицина путем евро стимулирует пациентов обращаться за медицинской помощью. Если не вовремя обратился, бонусы снимаются, и больше из собственного кармана оплачивается лечение. Такой же принцип, только он был бесплатно заложен здравоохранение при Семашко, при советской власти, которую мы сейчас, так сказать, особое к ним отношение. Тем не менее, принципы были хорошие. То есть бесплатности и доступности медицинской помощи и диспансеризации всего населения, которое проживало у нас в бывшем Советском Союзе на территории Украины. Поэтому еще раз говорю, что мы обязаны по этому закону о здоровье обращаться к докторам. Единственное, там не прописано механизм ответственности наших пациентов, но мы обязаны. А врачи обязаны правильно поставить диагноз и дать рекомендацию. Если пациент обратился к врачам, он приходит к нам, проводится, естественно, снимок легких,
проводится ультразвуковое исследование и проводится дерматоскопия. Дерматоскопия, то, что говорил профессор Богомолец, она является директором института дерматологии, это по большому счету дерматоскопия, это переносной микроскоп, небольшой переносной микроскоп, в котором имеется подсветка, увеличивает при помощи увеличительных стекол родинку. И таким образом врач, который имеет опыт работы, через этот дерматоскоп оценивает эту родинку. Есть возможность ее сфотографировать. И потом по специальной шкале дается градация. Если 4,5 и больше баллов, это большой риск того, что это переродилась родинка, значит, меланома надо оказывать соответствующую медицинскую помощь. Проблем нету никаких. Может создаваться фотокарта тела человека, каждого индивидуального. Благодаря этой фотокарте, если закладывается в компьютерную программу, когда приходит в следующий раз на осмотр, делается снимок, и когда цвет или количество, или какие-то изменения произошли с родимыми пятнами, это все компьютер выдает о том, что есть изменения в этих родинках. И таким образом человек себя застраховывает. Какие еще пути профилактики? Опять же, это все зависит от нас. То, что я говорил, что забота о здоровье человека возложена на его плечи, не только, так сказать, морально, но и при помощи того закона, о котором я говорил. Поэтому каждый родитель обязан обучать приемам самообследования своих детей и сами. То есть это надо хотя бы раз в месяц или раз в два месяца производить обычный осмотр себя. То есть посмотреть кожные покровы. Если, обратившись к лицом к зеркалу, на спине можно взять дополнительное зеркало и посмотреть кожные покровы. Особенное внимание надо уделить ногтевым ложам, потому что там тоже под ногтями часто бывают меланомы. Межпальцевым промежутком стопы надо посмотреть, подошвенную поверхность обязательно надо посмотреть. Если не получается, можно попросить родных, близких, или опять же при помощи тех же зеркал, которые я говорил. Посмотреть подмышечные области обязательно надо. Посмотреть голени, заднюю поверхность бедер. Половые органы тоже надо смотреть, потому что там тоже возникает меланома. Чтобы, будем так говорить, эта карта тела своего в виде родинок запомнилась и отложилась. Если постоянно это делать, это будет, как правило, зрительно человек воспринимает это. Потом смотрит на это, если какие-то изменения происходят, и обращается к врачам. И таким образом элементарный способ профилактики возникновения злокачественных опухолей. Но еще бы я хотел сказать, что ни в коем разе нельзя идти в те кабинеты частные, которые не проверены. Если там не работает доктор, то никаких манипуляций по удалению опухолей кожи не должно производиться. Любая опухоль, которая будет удалена, обязана, материал направлен на патогистологическое исследование, чтобы под микроскоп посмотреть и таким образом оценить доброкачественный процесс, предраковый процесс или злокачественный процесс. Американські вчені прогнозують, що у 21-му сторіччі процес старіння організму людини вдасться суттєво загальмувати за рахунок розумного харчування, фізичних навантажень та профілактичної медицини. Саме ці секрети ефективного лікування та життя без хвороб розкриває програма «Наше здоров'я». Контролювати своє тіло, емоції, енергію – все це абсолютно реально. Треба лише увійти в резонанс з хвилею удосконалення здоров'я щонеділі. Триває дослідження нашої програми на тему, чому українці так погано ставляться до власного здоров'я і які наслідки для них це має. Сьогодні черговий такий коментар досвідчених фахівців-медиків. Дійсно, проблема здоров'я українського народу надзвичайно актуальна. І давайте звернемось до деяких цифр, які, мабуть, краще продемонструють стан здоров'я нашого населення. По-перше, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України, на сьогоднішній день кількість людей, які так чи інакше мають порушення здоров'я, тобто є хворими або перебувають в так званому третьому стані передхвороби, складає до 90%. Але це офіційна статистика. Насправді ми можемо говорити про те, що кількість населення, яке практично здоровим, в кращому випадку складає 1-2%, в залежності від регіону нашої держави.
Тому це один із показників того, наскільки все серйозно і, я б навіть би сказав, катастрофічно з точки зору безпеки, національної безпеки нашої держави, здоров'язберігаючому аспекті. Щодо культури здоров'я, вона в першу чергу повинна впливати теж на показник здоров'я нашого населення. Взагалі, воно, мабуть, складається все-таки, буде об'єктивніше говорити про те, що складається з декількох таких показників. По-перше, це, звісно, як я сказав, культура здоров'я населення. По-друге, це стан довкілля, спосіб життя, який, власне, і належить до культури здоров'я, і генетичний фактор, тобто спадковий фактор. Не будемо забувати про те, що ми маємо таку трішечки специфічну сьогодні картину. З одного боку, ми маємо удосконалення медичної галузі. Багато захворювань, які раніше просто не виліковувалися, були смертельними, сьогодні є успішно вилікованими. Це з одного боку. З іншого, відбувається так зване накопичення негативного генетичного вантажу, яке від покоління до покоління погіршує стан здоров'я населення. Не будемо забувати, що ми з вами, наприклад, знаходимося в одному із найзабрудненіших з екологічної точки зору регіонів. Ми говоримо, в першу чергу, про забруднення через наявність уранових шахт, де йде видобування руди. Крім того, маса порушень з боку санітарно-гігієнічних вимог щодо облаштування, наприклад, тих же заправних станцій, які в нас в місті Кіровограді та по районних центрах знаходяться не просто в недопустимій близькості до житлових будинків і в випадку загорання можуть викликати надзвичайно важкі наслідки, загибель багатьох людей, але ще із місяця в місяць, з року в рік отруюють їх випарами, які надзвичайно є небезпечними, канцерогенними. Виробництва, малі чи великі, так чи інакше впливають на стан нашого здоров'я. Тому можемо говорити з повною впевненістю, що стан здоров'я українського народу і, зокрема, населення нашого регіону є достатньо низьким. Якщо говорити про екологічний аспект, тут вирішити питання силами тільки фахівців, медиків, екологів місцевого рівня нам не вдасться. Треба залучати державний рівень, не лише фахівців, але, в першу чергу, розуміння з боку нашого нового керівництва про те, що не лише потужні виробництва формують нашу вітчизняну економіку, але і не треба забувати, що здорове населення формує теж здорову економіку. Якою має бути свідомість конкретної людини в плані розуміння, що здоров'я для неї – це пріоритет, найголовніший, як казав Сократ, немає нічого більш важливого? Свого часу академік Амосов сказав про те, що, на жаль, як здоров'я, як важлива мета, постає перед людиною тільки тоді, коли смерть стає близькою реальністю. З того часу нічого не змінилося. На жаль, пересічний українець, як і раніше, ставить стан свого здоров'я на якесь там 12-те місце. Свого часу Микола Михайлович, до речі, проводив соціологічне опитування, і за його результатами було виявлено, що в українців стан здоров'я стоїть десь на 4-5 місці. Після проблем сімейного, економічного, макро-мікроекономічного характеру, політичних якихось подій, які більше цікавлять населення, ніж власне здоров'я. Це взагалом. Ми не будемо там зупинятися на конкретних категоріях людей, але в цілому ось така статистична була картина. І лише здоров'я виявлялося аж на 4-5 місці в пріоритетах пересічного громадянина України. Це, звичайно, проблема величезна. Людина повинна усвідомлювати своє власне місце в цьому світі з точки зору здорового способу життя в ньому. Здоровий спосіб життя повинен прививатися з перших років життя дитини. Тобто перші ази валеологічної грамотності повинні давати батьки. Крім того, навчальні заклади, починаючи з дошкільних, закінчуючи школою, вищими навчальними закладами. На жаль, у нас батьки сьогодні в переважній своїй більшості зайняті пошуком засобів для існування сім'ї, тим паче в таких от останніх умовах зростання цін на
за комунальні платежі і таке інше. Дошкільні навчальні заклади у нас, як правило, не укомплектовані фахівцями, які були б компетентні в плані здорового способу життя, в плані корекції та реабілітації здоров'я дитини. Те ж саме відбувається у нас і в школах. Тому знову ж ми повертаємося до того, про що говорили раніше, стан психології здоров'я нашого населення сьогодні, на жаль, залишається вкрай низьким.